Если вы хотите узнать, как на Diamond Roleplay запретили использовать FPS-апы, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Connor находится в описании данного видеоролика. Заходите туда и ознакомляйтесь именно там со всей информацией по данному вопросу. Там же есть ссылочка на мой телеграм-канал, в котором публикуется вся эксклюзивная информация. Ну а мы начинаем. Не так давно администрация Diamond Roleplay запретила использовать Клео плагин FPS App. Я не знаю, что там за Клео плагин с FPS аппами, если вот так вот, знаете ли, честно во всем этом вам признаться, потому что обычно FPS App это как бы, ну, сборник всевозможных там каких-нибудь Клео плагинов, возможно, IC плагинов, каких-нибудь там, я не знаю, модификаций, убирающих, допустим, какую-нибудь там, я не знаю, листву деревьев, сжимающие текстуры во много-много раз, однако администрация Diamond Roleplay запретила использовать именно Клео плагин с FPS-апом. Возможно, там было все это вместе взято в каком-нибудь определенном Клео плагине. Однако, ладно, я вот точно ничего об этом не знаю, поэтому говорить, так сказать, не буду. Вообще, для тех, кто не знает, FPS-ап это такая вещь, которую используют для поднятия FPS в сампе. Ну, возможно, вы знаете о том, что есть такой баг в GTA San Andreas Multiplayer, в нашей самой любимой игре в мире, C++, C++, там HTML, вот это C-Sharp, там питоны, Паскаль и все прочее, то есть благодаря этому самому багу можно выстреливать прям полную обойму, и все дело в том, что чем больше у тебя FPS, тем лучше получается делать данный баг, то есть если у тебя FPS, допустим, там 30 или вообще каких-нибудь там, не знаю, допустим, 24, то данный баг будет получаться делаться не особо хорошо, потому что ну, как бы, чем больше FPS, тем лучше это делается, это объясняется там, знаете ли, физикой игры, возможно, химией, возможно, всеми прочими вещами, однако мы тут говорим не об этом. И вы знаете, если смотреть объективно на этот запрет, а не как там, знаете, какие-нибудь либерахи по типу Brothers in Company и всех вот этих вот, знаете ли, прочих людей, ты кого, блин, либерахи назвал, у нас бы реально интернет отключили, блядь, и ты бы ничего уже не смог сделать, это я говорю, блядь, Brothers in Company, а ты... Ох, сука. То действительно, FPS-апы дают некоторые преимущества. Вот даже если кто-то из вас, допустим, играл с каким-нибудь FPS-ап-сборками, потому что я-то знаю, я достаточно продолжительное время с 2016 по, по-моему, 2018 год играл на старом мамином ноутбуке, на котором было 4 гигабайта оперативки и видеокарта, там, знаете, вот эта встроенная какая-то, я не знаю, мобильная, там, NVIDIA, что-то 310M, по-моему, на 512 мегабайт, плюс ноутбук не чистился там несколько столетий, поэтому он постоянно перегревался, выключался, а я в силу своей компьютерной неграмотности не мог его открыть, потому что, вы знаете, я открываю там ноутбук, и, блядь, там столько вот этих всех микросхем маленьких, вот этой вот всех плат, там всего прочего, я думаю, пиздец, я сейчас что-нибудь задену, блядь, и все, а мать-то новый, как бы, компьютер не купит, потому что, ну, откуда у нее такие деньги, как бы, сами понимаете, зарплаты не особо большие у нас в стране, к сожалению, но что уж поделать, мы живем, мы держимся. Так вот, все дело в чем. То есть, если вы играли с FPS-апами, то вы действительно можете знать, что там, допустим, нету некоторых эффектов, допустим, дыма и всего прочего, и то есть легче становится попадать по скинам. Нету, допустим, какой-нибудь там, я не знаю, листвы на деревьях, за счет чего спрятаться там где-то за деревьями. Вообще, бывает такое, что деревьев полностью нету, поэтому за ними спрятаться тоже бывает достаточно проблематично, и ты, типа, такой видишь всех персонажей, которые там бегают, и это как легальное в можно сказать, но вот дело в том, что не так давно Diamond Roleplay все это запретили, то есть все FPS-ап-плагины, которые там, Клео-плагины и все прочее, которые дают какое-либо преимущество, то есть Diamond Roleplay все это запретили. Мы сейчас не будем говорить о том, правильно они сделали или неправильно, потому что все дело в том, что игроки, как начали возражать по поводу того, что, блять, у нас компы слабые, мы из-за этого в сам поиграем, из-за того, что у нас нихуя больше-то не тянем, вы чё, охуели, блять, поэтому администрации пришлось пересмотреть свои
свое решение, и FPS-апы теперь опять разрешены на Diamond Roleplay. Но все читерские функции плагина использовать также нельзя. То есть то, как было раньше, то есть ничего абсолютно точно не поменялось. Хотя раньше игрок мог еще, знаете ли, повозражать, мол, а вот нигде не написано, что нельзя как бы выключить деревья и видеть всех персонажей как бы вокруг. Поэтому как бы вполне спокойно он мог повозражать. А сейчас как бы с этим должен быть ознакомлен каждый игрок, что читерские функции в FPS-апах использовать точно так же нельзя. По-моему, в году то ли 2017, то ли в 2016, то ли в 2018, где-то вот в таких, знаете ли, годах был также запрещен реконнект на Diamond Roleplay. По-моему, он также запрещен на всех остальных серверах, потому что, типа, у тебя есть преимущество на заходе на сервер, потому что ты можешь, допустим, сервер фульный, а ты сразу перезаходишь, не давая возможности зайти другим игрокам, и это тоже было запрещено. Сейчас за это вроде как тоже там на некоторых серверах банят, на некоторых серверах относятся к этому ко всему нейтрально, поэтому даже не знаю, что тут можно вообще такое предположить. Оставляйте свои предположения по поводу всего этого в комментариях. Как бы они все открыты, и комментарии больше 4 символов я как бы читаю, поэтому... Да, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Заходите на Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм находится в описании. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.